Причиной плохого урожая может стать вода. Многие фермеры недооценивают ее влияние. Известь, металлы и прочие элементы, которые содержатся в воде, при смешивании с пестицидами и удобрениями вступают в реакцию и мешают полноценно раскрыться всем биодобавкам. Оборудование компании АВТ, которую представляет барнаульский дилер А-Вода, очищает воду от примесей. Водоподготовка снижает затраты на удобрения и при этом повышает качество урожая. Такие технологии могут применяться и в животноводстве. Система очистки исключает попадание патогенных бактерий. Такая мода пошла у нас с Европы. Просто все больше и больше это приходит в Сибирь. И уже в Алтайском крае практически все современные производители, они используют именно водоподготовку на основе системы обратного осмоса, потому что она позволяет убрать на 99%, очистить воду от всех примесей, которые содержатся в воде. А значит, водоподготовка еще и продлевает срок службы дорогостоящей техники. Компания АВТ уже реализовала более 50 проектов в агропромышленном бизнесе. Это более 1000 довольных клиентов по всей стране. Кстати, систему очистки воды можно установить не только на производстве, но и дома.